давай, браво, браво. Очень нервничали, потому что из нас, если честно, мало кто, в принципе, умеет играть. Но удача была на нашей стороне. Столько я привыкла просто брать себе игрока одного, то есть у нас же равное количество, и не давать ему мяч. То есть мне комфортнее играть именно в такой вот обстановке. Девочки не контролировали свои особые части тела, соответственно, могла прилететь там нога тебе, еще что-то, рука. Вот. В этом плане, конечно, нам нужно поработать еще. На самом деле мне было очень легко, и мне безумно понравилось. И у меня сейчас только положительные эмоции. И я рада, что мы получили такой положительный заряд дня на весь день. И мне понравилась игра, и тренера очень профессионально вели свою работу. И мы их понимали буквально с полуслова. Особо ничего сложного я не увидела. Единственная была сложность то, что мы не особо хорошо умеем играть. И все кучи бегали друг на друга, пинали и так далее. Хоть наша команда проиграла, но мы не расстраиваемся, и мы очень рады. Самое важное, я сказал девушке, они потеряют красоту.